Проект «Время вперед» продолжает награждать героев, которые пришли на помощь другим людям, рискуя собой. На этот раз собранные при поддержке наших зрителей подарки получил Павел Короченцев из города Каменск-Шахтинский, который откачал ребенка, утонувшего в реке. Ислам Разаков из Санкт-Петербурга, который спас пожилую женщину на пожаре. И самый юный герой в нашем проекте – 8-летний Миша Зубов, вытащивший со дна водоема старшего товарища. Благодаря финансовой поддержке наших зрителей, проект «Время вперед» уже 2 года награждает смелых соотечественников. И постепенно мы видим, что и государство, и крупные СМИ начинают обращать внимание на героев. Так, в первых числах ноября в Москве впервые состоится торжественное мероприятие всероссийского проекта «Дети-герои», куда приглашены и наши подопечные. А это значит, что нам с вами удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Благодарим всех неравнодушных и часовой завод «Ракета» за вклад в общее дело.